Батл за дикі емоції розпочато! Заряджайся швидше з Lion! Вболюй момент! Nestle. Якість продуктів, якість життя. Sports, we are still at the beginning, and giving context to data with super complex technology and stats and insights can really help doing that. Минески сравнивают счет, нас ждет третья решающая карта. Я не удивлена, например. Я это предвидела. Можем повторять. Вот никогда такого не было. За мной же Баффик выезжает, значит, говорит, надо искать меня, Баффик, ты знаешь, где меня найти, не притворяйся. Но я не виновата. Виновата прекрасная игра Минески. Как так получается, что как только мы критикуем тот или иной драфт, он как-то заходит? Да очень легко. Драфт просто не дает тебе 100% шанс победить. Он лишь... немножко увеличивает твой обычный шанс победить. Это понятно, это очевидно. Но, да. Тем не менее, почему команды не пользуются вот этим шансом победить? И драфт — это еще такая фишка. Вот ты смотришь героев, ты же не знаешь, что у игроков там, какая у них задумка на этот драфт и что у них в голове. И драфт можно по-разному на линии расставить, и он от этого будет вообще по-другому играться. Мы предполагали одно, получилось другое. И Минески очень крутую адаптацию сделали. Поставили вот эту Enchantress на пятерку. Это то, о чем я говорил, что может быть, как только вот Enchantress появилась в пике, я говорил, что может прийти к ДСу, и она прям законтрит. И тут оно так и получилось. Она пришла таки к ДСу, потом мы такие, ну вот, мы сегодня уже видели Enchantress Пангольер, наверное, ребята все-таки 3-4 отыграют, Варлок там пойдет в легкую, саппортит какого-то кэрри, а кэрри нормального нету. Ну и тут как бы вот якобы кол должны засноуболить лайнинг. А получилось все совсем не так. Получилось, что Enchantress таки пошла на 5, Enchantress таки избила Дарксира с Сент Кингом, Эмбер топ-1 по нетворсу. Темпларочка в миде как раз-таки ожидаемо выиграла, а снизу Варлок просто потерпел. Он там, они пришли Варлок Пангольер, просто там как-то постояли, что-то поделали, потом Варлок по итогу по игре сместился на позицию пониже, купил мидас, сыграл на четверочке с мидасом, по факту выходил в свой аганим. Пангольер ходил, собирал вот фарм недостающий, ну, который вот оставался на карте, который некому было собирать. И по итогу получилось все здорово у Минески по распределению вот этого самого фарма и по ситуации, соответственно, тоже. И драфт, вот когда ты вот в таком ключе на него смотришь, он уже прям отличный. А я вот думал, в общем, что Сент Кинг пойдет там экшен делать под щитами, что-то делать, а он пошел, короче, пачки скипал между пушками, куда-то по Т3 добирался, на Эйнштах сидел там рядом с Темпларкой. Ну, в общем, короче, занимался всем, чем угодно, кроме убийствами. Вот, и... Они убили Темпларочку, он выходил на мид. Ну, он там вышел и умер. Ну, и разменялся. Ну что, один раз. Я думал, они как бы какой-то темп нарастят, будут бежать, будут уста бежать под щитами, будут как-то Дарксира использовать. А их просто ходили потом с 15 минуты и просто и били по одному. Игра как-то, ну, совершенно ни о чем. Это все из-за того, что Дарксира избили. Дарксиру не дали хороший старт.
И Дарксир тут, по сути, ключом был к вот этому темпу. Дарксир должен был вынести быстро уровни, вынести меку, и команда под этой мекой, под щитками, под суржом уже нападать. А из-за того, что ничего вообще подобного не произошло, ну, вот тогда ты просто ставишь Дарксира против Варлока и Пангольера, и он там чувствуется нормально. А Урса приходит к Эмберспириту на линию и бьет Эмберспирита. Это уже другой вопрос. Вот это вариант был бы отличный. То есть, почему не смогли адаптироваться Кол, когда увидели, что вот такая ситуация сложилась, это непонятно. Потому что действительно, вот Дарксир с Сэндкингом, которые стояли и просто с них снимали щитки, и Энчантра с Байтстоном избивала, это выглядело как какой-то вейст двух потенциально суперсильных героев на стадии лейнинга и потом тоже. Ну да, и потом Ульса покупает этот барабан, Мидас тоже бегает с ними, фармит, никто не дерется, где-то кто-то умирает, потом они драться уже не могут, потом, в общем, Темпларка за три удара всех убивает, и, в принципе, поиграно. Вот. Ну, вывод простой, если линии покрутить, то есть комплексити... Нет, это Минески молодцы, интересно, линии покрутили, но если в комплексе покрутили свои линии, то, скажем так, ну, как минимум была бы беготня вот эта, и там бы непонятно, да, что это вылилось. Да, потому что, одна Урса приходит против Эмберспирита Энчи, там, с саппортом, она просто их изничтожает. Дарксир себя, даже один против Варлока, там, плюс одного чувствует себя просто прекрасно. Там еще можно было бы роуминг устроить и мид убить. То есть, короче, они могли реально очень сильно засноуболить, вот, но они не использовали свой драфт-гип. Враг их переиграл. Они думать не хотели, из-за того, что они не хотели думать, они проиграли. Ну, почти в два раза по всем показателям Минески опережают своего соперника. Да, это если тут был показатель еще по интеллекту, то в этой игре там раз в пять опередили. Да, лидером по фрагам, конечно, у нас была эта Enchantress, которая прекрасно себя проявила. Ну, вот такой у нас получается матч, в принципе, ничем не отличается от других. Это о чем говорит, опять же, равные оппоненты, команды друг друга стоят, и... Ну, будем ждать третью решающую карту. Как вы думаете, будет у нас сейчас? О, друзья, ну, напоминаю вам, что используя промокод DOTAHPOMEN, ты можешь получить скидку 3000 гривен на все ноутбуки HP OMEN в магазине Мое. Поэтому пользуемся бонусами, которые специально приготовили к нашему минору. Ладно, пора увидеть сайленсера, я кашу. Ты уже согласен? Да, я согласен на это. Чего? Для, потому что уже. Ну смотри, Варлок на троечке уже был. И они с ним выиграли, значит, работает. Сейчас они так медленно карабкаются вверх будет... по карьерной лестнице. Да, да? Сейчас будет что-то новенькое. Вот. Блин, ну это все работает до того момента, пока враг не додумается линии посвапать. Вот в этом проблема. Но, возможно, комплексити не супер гибкие. Но я не знаю. Такого, по идее, не должно быть на тир-2, тир-1 сцене. Но выглядело глупо. Этот лайнинг выглядел глупо, мидгейм все выглядело глупо, честно говоря. Вот. Мне ничего не понравилось, как они играли. Ну, есть в любом случае тренер, который сможет подсказать как-то и помочь ребятам выйти из ситуации, по крайней мере, на стадии драфта. Да, а все очень просто решается. Должен быть просто майндсет, что каждый должен чувствовать себя в комфорте. Нужно подумать о том, как сделать так, чтобы каждый кор чувствовал себя комфортно. Можно ли этого достичь или нет? А знаешь, что позволяет чувствовать себя комфортно нашим игрокам? Кресло DX Racer от нашего партнера. А, круто. Я думал, Lion. Но Lion это по-другому действует немножко. Хорошо, друзья, совсем скоро начинается драфт. С нетерпением его ждем. Финальная карта сегодняшнего игрового дня. Напоминаю, что у нас еще ни одна игра не обходилась без полноценной серии Best of 3. И это замечательно. Сразу минус Spirit Breaker от Минески. Complexity избавляется, кстати, от Варлока и от аппарата. Ну и ждем ответа от Минески. Чен. Боже, мне до сих пор покоя прошлая карта не дает. Я думаю, ну как это глупо. Ну окей, тебе мешает... Я, ты Дарксир. Давай поменяемся. Ты меняешься. Ну, даже если Энча тебя преследует, к Эмберспириту приходит кто? Приходит Пангольер. Эмберспирит, Пангольер, это же вообще не линия против тех героев, что там был. Там Сэндкинг, значит, это все разгонит в один. Ну, я не знаю. Ну, знаешь, возможно, я когда ты сидишь на сцене, играешь, когда у тебя был там тяжелый перелет, ты не можешь так быстро... сориентироваться. Меня отвлекают немножко эти прекрасные обезьяны. Ну да, но ты в игре, как бы, тебе важно, ну, в любой, скажем так, в любом спорте, в любом такой игре нужно просто принимать правильное решение. Даже если ты, как бы, его не знаешь изначально. Ты так говоришь, просто принимать правильное решение. Если бы это было так просто. Быстро, максимально быстро. Быстро, так, да. Так многие принимают, но ты приходишь, тебе неприятно. Ты не говоришь, давай поменяемся, и все.
Как развивать вот этот навык принимать решения максимально быстро и максимально правильно? С помощью опыта только? С помощью интеллекта. Интеллекта. Ну, что тут сказать. Хорошо, минус Свен, минус Райс Кинг. Ну, есть еще такое, типа, пофиг. Да, я постою, мне пофиг. Типа, я справлюсь, да? Я справлюсь. Уверен. Вот это, о чем мы, в принципе, говорили. А я, короче, говорили. На Сон Кинге пойду, короче, между вышками поиграю на 8-й минуте. Комплексити, наверное, немножко слишком сильно поверили в себя. Ну, ничего страшного. Есть еще один шанс пройти дальше. Опять же, возможно, это джетлаг. Джетлаг объясняет то, что голова не работает. И конечно. Объясняет. Но просто ты там понимаешь... еще были, знаешь, там были еще мелкие моменты, на которые внимание обратил. Например, бежит Сон Кинг. За ним бежит Эмбер Спирит, у Сон Кинга есть блинк. Ну, и он как бы может блинкануться в любой момент, но он специально ждет, чтобы там немножко со своим врагом поиграться, там, не знаю, развести его там на фисты Эмбер Спирита. В итоге, короче, он фейлит с этим блинком, вздыхает. Ну, опять же, реакция может замедляться в некоторых моментах. Да, но это само действие профита никого не несет. То есть, знаешь, одно дело, если бы там Варлока на голема разводил, чтобы он не убросил. А тут он как но бы Эмбер Спирита просто... команды в данный момент в одинаковой ситуации. По сути. Ну, кстати, Марс появился. Марс, да. Насколько... Он был в бане постоянно до этого. Комплексити его прям первым банили. И Минески сразу же его забрали, как только им дали такую возможность. Потому что комплексити избавились от Ну, готовились, очевидно, с этим да, героем. Да. Видимо, Минески... Очевидно, прощупали. Хороши. Энигма. О. Скучали по долгим играм? Очень сильно. Никогда Отлично. У нас не было. Ваня Трики. В смысле? Так ты знаешь, что он варенье может наворотить? А, это комба? Ну да. Не знаю. Нет, это не комба, а реки — это контра-энигмы в первую очередь. Ну, когда-то, по крайней мере, так использовали. И реки, которые преследуют энигму, не дают ей качать лес. А если это энигма-тройка тогда, которая стоит на линии? Не знаю. Ну, по-другому я не могу это объяснить. Явно там вот из каких-то таких соображений этого героя убрали. Ну, по крайней мере, это что-то интересненькое. Мы такого еще не видели здесь. Нага. Не, вот я посмотрел бы сейчас на Рикича еще, хотя бы было весело. Ладно, Нага Бани, понятно, для того, чтобы убрать вот эту возможность комбинации дурацкой, где можно всегда встретить Сон, Блэк Холл шальной и проиграть игру. Ну вот, Сон Кинг тоже хорош, но Банаги понятен. Вот, а здесь еще какой-то Бетрайдер убирается. Ну, Бетрайдер убирается, наверное, на будущее. Вот, ну, Бан Рики Артур объяснил. А что у него? Хотя ладно, не важно. Мне интересно было, что у него Ганим дает. Он там, по-моему, когда нажимает ульт, вот этот ульт за кем-то следует, да? У кого? У Рики. Он садится в героя и делает все то же самое, что и по местности, только герой может бегать, и ты лупишь всех, соответственно, в радиусе. Угу. Ощущение, что, знаешь, некоторые Ганимы придуманы, ну, просто чтобы... Как бы они были. Для галочки? Ну, да. Типа так того. Почему нет? На Рики-то как раз Аганим очень юзабельный. Если ты да? уже играешь с Рики, то да, ты его где-то вторым-третьим артефактом берешь. Это Аганим, и он прям хорош. Я не видел ни разу. Я видел. Ну, Рики когда брали, допустим, тот же Ксенкью, когда на Интернешнале брал Рики несколько раз, у него всегда был билд диффуз манта Аганим, и причем он юзал манту, садился в свою же иллюзию и как бы ага, вот так лупил. Вот так вот даже, ничего себе. И сбивал. А если иллюзия убивает или героя? Ничего не происходит, Рики все выпадает. Выпадает, да? Ну, Рики не умирает, очевидно. Нет, это понятно, может он остается на месте, ульты кастуются, я к этому больше иду. Интересно, кто будет в потенциале Нигме Блэк Холл забивать, и будет ли такой герой взят. Руби, кстати, сильно выглядит. Вопрос, влазит ли? Ну да, есть что воровать. Ну да, уже есть Сон Кинг, есть Энигма. Ну, возможно, хотят еще героя посмотреть, чтобы ну, более удачно саппорта подобрать. Не рано ли Эмбер Спирита открыли? Знаешь, кто это? Тут Сайленсер Кор. По-моему, его не хватает, и он как раз Энигму будет. Это навязчивая идея. Леончик появляется против Эмбера. Ну давай, пора. Сайленсер в мид? Сайленсер соло мид. Хотя ладно, Эмбер Спирит уже есть. А тут Сайленсера и на саппорта можно взять по-хорошему на пятерочку, так говорю, или так да, плохо выглядит. Сайленсер... Можно Вингу взять какую-то, можно Рубика взять, можно Варлока, нет, Варлока нельзя взять, Варлок в бане давно. Я так сказал, а потом подумал, нет, все-таки герой слишком метовый, и посмотрел, да, действительно, слишком уже давно, сладкая булка. Давно бы был бы пикнут кем-то.
Рубик. Вот он, один из вышеперечисленных. Да, самый очевидный был, потому что Sun King аниме. Вот. Вопрос, почему у него на третьем не взяли, ну, такое, ладно. Ну, видимо, хотели Эмбера ухватить. Боялись, что Эмбера отберут. А что будет, если, в общем, Гримстрок свяжет две цели и в них Виверна ультанет? Это к чему вообще? Ну, что Виверна? Просто? Что, в принципе, что могла быть Виверна против Энигмы, я сразу задумался. Ну, я просто думаю, какие герои хороши, которые сбивают Энигме ульт. А потом думаю, ну, какого бы из них взять, который с Гримстроком бы комбинился. Одна из них Виверна. И думаю, как ульт Виверны работает с Гримстроком? А вот. Потому что ульт Рубика с Гримстроком никак не работает, понятно. Вот, остальные скиллы интересно. Ульт Рубика работает как раз с Гримстроком. Ты два этих скилла воруешь? Да, ты воруешь два скилла, и тебе воруется последний. Ну, то есть это работает в минус даже в какой-то степени, потому что это не совсем удобно. Ну да, это ерунда какая-то. Не, ну, в принципе, ты можешь украсть нужно, если будешь наоборот делать, получается. Ну, это неудобно, я же говорю. Ну да. Непривычно. Вот так вот. Так, и что? В комплексе нужен герой, который будет выигрывать игру. Дизейблы есть, защита горы есть, дровка может быть какая-то? Не, против Марса, наверное, глупо. Урса может быть? Ну, видели же, только что. Урса с Леоном, кстати, это нормальная линия. Но, по идее, это не тот лейтовый герой, который хочется с Энигмой. С Энигмой, наверное, хочется все-таки больше лейтового героя сильного, да? Наоборот, там нет. Кларка, да. Наоборот, нет. Наоборот, нет. С Энигмой ты, наоборот, хочешь экшен, чтобы не просесть, потому что Энигма вначале — это слабость, а в конце — это как раз-таки суперсильный саппорт, который в соло тебе игру может выиграть. Энигма вначале может с аурами поддавить. Если есть контрпик, типа, не знаю, Рубика? Ну, ничего страшного, я видел... Там, кстати, если посмотреть на винрейт Рубика против Энигмы, там он в районе 50% будет, то есть там нет какой-то доминации ни у одного героя, ни у второго. Там я смотрел в прошлом патче, там было что-то 52% или что-то такое. Мне интересно было вообще, как эти герои друг против друга себя ощущают, когда Энигма вот суперметовая была, когда она на ФП улетала или в бане сидела. И там далеко не всегда ты на Рубике прям можешь эти блэкхолы воровать и в ответ их выдавать, потому что Энигма может и по темпу тебя продавить со своим доминатором, там, с грифсами. Энигма может и там БКБ линку собрать, и ты уже как бы на Рубике вроде не у дела остаешься. Там много нюансов. Нет, надо было медведя брать. Ну ладно. Я там варка хороша тоже. Скажи мне, когда она не хороша? В этой мете она всегда хороша. Мы с первого дня сказали, с первой серии там команды показали, что они готовы ее там чуть ли не на ФП брать, на открывающий или в первой стадии банить. Поэтому тут просто берешь темпларочку, и темпларочка делает вещи вот на каждой карте, на которой она есть. Если у нее все хорошо, все здорово, она многих героев еще отрезает и многих героев душит. Если даже там как-то ее в миде подпрессовали, ушла в лес, свое набрала и вышла там на левеле 10-11 с блинком или с дезолем и опять полезна. Для комплектити нам какая позиция осталась? Первая? Да, Керри нужна. Первая позиция. Причем активный по-хорошему. Желательно Керри, который может варенье... Драться. О, лайфстиль. Ну, Гуль, да, например, самый подходит? Очевидный, да. Который с арены выбегает. Чем Минески закрывает свой драфт? Это Эмбер будет медовой? Должен быть. Против темпларки нету смысла доджить. И нужно добирать героя в легкую уже против СК Энигмы. Может быть, какие-то медуза, которую банили комплексити против них? Нету смысла в ней. Ну, она здесь. Тролль какой-то может быть. Вообще медуза здесь хороша, честно говоря. Реально хороша. Медуза против Энигмы неплохо, но против остальных я не знаю, чем она тут хороша. Тут два кора ее пробивают хорошо у комплексити. Тут Леон есть, который выбивает ману. Я бы не сказал, что прям темпларка и гуль чисто физово хорошо ее пробивают. То есть то, что я видел, прям медуза разлетается от них. Я видел уже такой матчап, когда играли с медузой, как раз таки против темпларки с вайсхиллером. И там медуза не хорошо, совладала. Хорошо, тролль, Саш, как тебе такой вариант? Блин, я всегда, когда вижу Энигму Sun King, я хочу героя, который к этому будет неуязвим. То есть я хочу взять просто какую-то трипу и пойти в атаку, в общем. Оставить вот Марс, оставить против вот этого Энигмы Sun King, и нормально. А и поддушить, в общем, Леона Лефстиллера. То есть я больше об этом думаю. Так ты не можешь так сделать. Потому что Sun King и сам выиграет у Марса.
там можно как угодно раскачаться с Санкинг. Не, ты ж по идее можешь копьем его всегда выкидывать с песка. Так там не нужно копье качать. Один на один, если ты стоишь, мне кажется, ты через пассивку просто избиваешь, как любого милишника. Не, через пассивку ты будешь линию под вышкой выфармить одинаково. Окей. Давай, блин, да и Свен тоже в бане, даже ж такое. Ну вот... Свен рискил, типа... Свен ВК. Свен ВК, очевидно, бане, то, да. Что прям кидалось в глаза для Минески. Я о них подумал и увидел, что один с одной стороны, другой с другой. Фантомочка, Фантомочка первый раз появилась у нас. Фантомочка против Стиллера хороша. Фантомочка, если там набирает свои три артефакта, она выигрывает. И с Гримстроком неплохо комбинится потом. Но вопрос в том, сможет ли она, потому что вот она как раз на лейнинге не лучший герой. Ну, будем надеяться. Ей нужно на начало хорошее. Если начало у нее будет, то она выиграет здесь. Будем желать удачи и, так сказать, легкого начала для команды Минески. Ну, на самом деле, мы тут, наверное, максимально объективны, не болеем ни за одну, ни за другую команду, хотим, чтобы победил сильнейший, и давайте определимся, кто же в вашем понимании это будет все-таки. Если не если, но... Минески. Минески. Так, а что тут уже? Тут попробую уже что-то предположить, потому что мы там по драфту что-то обсуждаем. Слушай, да. Но по сценарию должны быть Минески. Кто берет вторую, берет третью. Все, по сценарию. Действую по сценарию. Тоже Минески? Давайте все-таки проверим эту теорию, она меня беспокоит. Пока что все работает. Хорошо, друзья, настало время посмотреть финальную карту на сегодня. Минески против Complexity. Будем передавать слово нашим комментаторам. И не забывайте, что батончики Lion — это зеленый свет для ваших инстинктов. Три человека в студии аналитики поставили на Минески. Бедные Минески. Ну, да, я им не завидую. Я тоже не завидую. С другой стороны, традиция говорит сейчас традиция, за них. Да. Традиция — это когда три человека ставят на одну команду. Нет, мы все-таки выиграли вторую, выиграем третью. Ну да, опять-таки, мы тут понимаем. Два разных сейчас идет предрассудка. Что-то проиграет, да. Что-то проиграет, что-то не сбудется. Но я не знаю. Опять-таки, мне вот эта фантомка не понравилась последним пиком. Не знаю, почему. Мы тут с тобой обсуждали, очень сильно хотели увидеть Джиггернаута. Они, может быть, все-таки хотят рассчитывать на более серьезный такой стабильный лейтгейм. Фантомка здесь и правда должна быть безупречна с двумя-тремя слотами. Это там Дизоль бы КВ-то взял и поехал просто вперед. Ее тоже не остановить. Плюс она все-таки в комбинации с Гримстроуком смотрится очень выгодно. Поэтому вот где-то из этих соображений, наверное, они ее и взяли. Но в целом, надо еще, конечно, сказать, что на линии ей стоять должно быть тоже нормально вполне. Все-таки можно постоянно подформировать где-то и стифлинг-даггерами, не нужно особо соваться на рожон. И уже агрессивно действуют Минески на старте в разведке. Да, KP сложно будет на Марсе играть. Ну, посмотрим в итоге, как будет выглядеть эта игра, потому что я... вот эта вот Enigma четверка меня всегда пугает. Банрики. Вот-вот, мы должны понять, что это было. Ну, Артур как раз объяснял, мне кажется, очень верную мысль, что, возможно, очень хотели обезопасить Дефрика именно, потому что иначе мог бы приходить этот Рики прямо к Энигме, фармящей на четвертой позиции в лесу, и мешать ей фармить, добивать ее крипов, его крипов добивать, ну, мешать просто биться. Просто уничтожать, да. То есть, возможно, где-то действительно из этих соображений и был забанен Рики. С другой же стороны, могу парировать это тем, что когда Энигма был более популярен еще до патчей, пока не добавили вот это изменение с доминатором и не сделали то, что нельзя съедать теперь катапульты и нельзя их приручать. Ну, слушай, и нельзя передавать кольцо сейчас. Да. Все вот эти вещи, которые случились, вот когда Энигма был популярен, мы Рики не видели, чтобы Рики контрили, да, вот как-то Энигму. Поэтому тут непонятно. Ну, может, реально где-то играли, знают и вот так вот посчитали. Пускай так будет. Не то, чтобы это стало определяющим, я думаю, на драфте. Не-не-не, просто интересно видеть бане Рики. Я думаю, что Артур максимально правильно выводы сделал из этого бана. Слушай, я у нас пешком лайфстиллер топает на верхнюю линию. Ну, разведка. Разведка была проведена, очень агрессивная разведка. Они на варде увидели, которые поставили заблаговременно под нижнюю линию, Radiant, естественно, увидели движение со стороны Грима. Нинджа Буги показался чуть-чуть, и сразу пошло движение вверх от Меракла. Да, Тава тут тоже заметили, знает, что Тава сюда идет, и Нинджа Буги тут же улетает вверх. ТП, конечно, потрачено, но не столь это важно. Если что, потом будут еще перерешафлы, перерротации как и так далее. Как и предполагали наши аналитики, хотят очень получить
ну, вот эту агрессивную линию, чтобы в соло стоял. Ну, там они предполагали этого Марси больше со стороны Минески. Здесь же подобное касается, я думаю, и комплекте с Сент-Кингом. Мы уже не раз на этом турнире видели, как Сент-Кинга оставляли одного в легкой линии, и он там, в принципе, свое выносил. Сейчас, конечно, весьма агрессивно против него играет KP, уже пригвоздил разочек его копьем. И пробили Таву. Но у него есть, что еще и Салва, и 6 Тангусов, он в порядке. Да, он тут свое постоит. Понятное дело, что будет немножечко неприятно, но в любом случае KP и Рейджи Потейты на этой линии должны фармить. Вот тут Вард сразу ставится. Ой, да что ж такое-то. KP не попадает фактически постоявшему на одном месте на том моменте Таву. Да ладно. Мун наполучал в миде довольно неплохо. Но тут понятно, что будут на лоу хп бегать и один, и второй. И вот это будут мансы-шмансы на лоу здоровье, попытки кого-то зацепить. Но линия, опять-таки, более чем классическая, которую мы видели миллионы раз. Ну, лимп очень хорош на темпларке. Да. Лимп очень хорош на ТА, поэтому Муну будет явно здесь непросто. Хотя пока стартовый крипстат у него равный, он держится. В целом, очень много споров всегда идет от Эмбер Спирити и темпларки, кто из них тут должен выигрывать. На деле, действительно, получается такой скилл-зависимый матчап, и хорошие темпларки проблем против Эмбера больших на линии не испытывают. Неприятно. В то же время Эмбер обычно свое тоже выносит на этой линии. А, Free Fire скушал лимп. Есть у него еще один зарядик Free Fire, но потом. Но курьер уже подбегает. И сейчас попроще здесь будет шведскому мидеру команды комплексити. Ну, я могу отметить, что еще туда Рейнджер Потейта смещается со стороны Минески в центр. Но он на варде бежал, поэтому лимп его видел. Там, ах, реген для Муна там еще сверху выпал. Ой, великолепно. Да, внизу, как мы видим, Сент-Кинг тут стоит против Марса. Нормально. Ну, Марс, 3-0. Конечно, будет... Ну, как нормально? Как бы 10-7-3-0, но он стоял, был старт. Он стоял изначально не один на один, поэтому только сейчас начал крипов бить. Но когда только ушел Рубик, он это видел, он добил 3 крипов. Вот Тава опять 4. Неприятно, опять выбегает сюда Raging Potato, начинает его харасить, отзонит немножечко от крипов, но мы понимаем, что чуть-чуть битый Сент-Кинг, лучше не подставляться. А вот знаешь, что интересно? Да. Как использует свой фрифарм KP? Вот на Марсе я уже очень много различных билдов видел. Это и какие-то командные артефакты, это и выход Владмир и... Ой-ой-ой. Курьер. Опасно. Курьера. Альпака вот это прибежала. Yeah. Или лама, или что это, неважно. Но могли ее убить. Мне кажется, Лим где-то от себя даже внимание уводил таким образом. Он так заманил Муна, чтобы тот его не трогал. Курьера — это серьезный такой мув на третьей минуте. Не всегда это получается, но старается. Так, смотрим. Мун. Он харасит Лимпа, очень серьезно харасит его, не дает ему спокойно подойти. Оу, просветочка. О, вот это вот интересно. Ай-яй-яй-яй-яй, промахивается. Слушай, копьем, там его подкапывает, а еще подраться. Мне кажется, если бы он остался драться, он бы убил сейчас этого Рубика, но в итоге он будет страдать. Он очень бедненький. У него же минус урон с фейтболта. Ничего страшного. Он не наносит почти так, с руки. Песок у него наносит, но песок, правда, там заканчивался уже. Ну и Тава все-таки умчится домой. Ну, если бы попал, конечно, копьем, да, это была бы смерть сразу, но не попал. Тем более копье уже было второго уровня, там урон солидный, на 75 больше, чем на первом уровне, оглушение целых 2 секунды. Ну вот, не попал. Ну страдает пока на трех линиях, как ни крути, комплексти. 20 на 11 у Марса, Космос просто 17 на 2 у Пашки, которую нам еще не показывали, да и нет смысла показывать. И в миде Мун не проигрывает. То есть у Минески везде все хорошо. И вот так, смотрим, тут проблемы большие, причем очень большие у Адама. Ой! А вот это неприятно. Ну, все нормально, равно, нормально. Умрет. Там и еще и Инсвелл сработает. Крипы. Нет. Ну, крипы не забирает, забирает Ахджит. Еще и видишь, как Ахджит убрал на замахе. То есть он не стал добивать. Так бы Нинджибуги добил. Он подождал с ударом, застопил его. Долетел удар от Гримстроука, и он заластхитил, чтобы ФБ досталось именно ему. Да, хороший ферстблад, лишние денежки всегда приятно. Да, убиваешь ли он, это не столь важно, но в любом случае это есть. Это как раз вот благодаря тому, что это ФБ, это куда приятнее. Вот будет это второе убийство, уже, наверное, не так и ну, правда да, страшно. Да, 170 голды, да и все. Меракла харасит миде, лимп, больно лимпу. На развороте уже понимает, что ничего сделать не может. Мун не сбивает себя таргет и погибает. Там Атавра Мун или нет, он сбил себя таргет и не погибает. Наверху тем временем Ахджита пытается зажать. Ахджит хочет хоть как-то спрятаться. Если бы дрался, я думаю, убил бы Леона, но в итоге... мы видим, погибает он без сложно размена. Сказать, потому что откатывалось оглушение у Леона. Думаю, что не хватило бы ему силенок. Но под баунти руны все это произошло. В итоге у нас две в топе точно забирают комплексити. Снизу одну умудряется забрать Таву, так что 3 для колов. Где-то это позволяет им сейчас спокойно в этой игре на лейнинге даже удерживать позиции. Ой, еще позиции. Одна просветка по Таву. Ничего себе, как нагло играет. А с ним Тава просто выкапывается, ну и уйдет пешком.
ну, просто тратят досты, как на ранних левелах, ну, так очень-очень. Тут очень... такая ситуация, что, видишь, он на Рубике не попридержал телекинез, у него была мана только на один скилл, он дал фейтболт и не осталось на телекинез. Благодаря этому Марс не может использовать копье. Если против тебя играет игрок, который с Марсом уже поиграл, копье дать вот так вот двигающуюся цель очень непросто. Тем более в такой локации, где не везде деревья, да, где нельзя пригвоздить абсолютно точно. Надо как-то через Рубика разыгрывать, через его подброс. Так, выходи фрика, очень не вовремя, потому что Нинджа Буги здесь же по двоим прыгает, так же их можно зарезать как минимум Зефрика. Меракл пытается разменять и разменяет Нинджа Буги. Да, Нинджа Буги разменяли. Зефрик только сейчас погиб. Меракл прикрывает собой своего второго саппорта. Ну и размен один в один. Неудачный выход от Зекари на с первой своей попытки. Ну знаешь, с другой-то стороны, он четвертый уровень. Он так простенько загулял, туда пришел. В принципе, надо было ему ресурсы восполнить, как я вижу, у него быстрое не оставалось ТП? Там лич. Да, то есть он поучаствовал, по сути, в такой драке, в которой его кор заработал золото, а он погиб, ну и что, ничего страшного. Ну и бог с ним, ладно, да. Да. Пойду пофармлю, так что, в принципе, тут Зефрик, я думаю, он не грустит на этот счет. Что там он тут нагло играет? Ну, тут сейчас, конечно, улетает, но почти все здоровье. Он еще так улетел, что чуть его там крипы нейтрально не добили, а я тебе скажу, что вот этих вот альфа-волков... Урон очень хороший. Да, там можно, так можно неудачно можно прилететь. Ну, пойдут, попьют, понятное дело, шрайн вдвоем. Куснут тебя разочек. Там действительно было бы весело, если бы он сейчас от нейтрала откинулся там, но нет, улетает он просто домой и вернется на линию уже фуловым. Старт игры довольно активен по линиям, пока 3-2 по фрагам ведут Минески. Ну и вот проблемы. 343 очень битый. 343, конечно, без шансов для него здесь, потому что ну, глубоко он зашел, три героя, Меракл. Меракл страдает, есть у него рейдж, подняли, смотрим. Меракл, ну, пешком просто уходит. Меракл, да, ну, ты посмотри, какой хлопнокровный, а? Ну, у него 17 стиков еще. Он там ну, спокойно действовал, знаешь, вот тот случай, когда у тебя всегда есть такая красная кнопка на случай беды. Так бы он спасся стиками без проблем. Но я смотрю, что в сторону Марса Зефрик сместился. Едва ли, конечно, ему удастся Марса убить. Да ну, без шестого левела абсолютно никак. Да есть... и с шестым сложно будет. Вот есть шестой УСК, но, если честно, он мне кажется, эпицентр... Да, у него он киллпоинт оставил. Он оставил скинпоинт, то есть он может его вкачать потенциально. Но мне кажется, что лучше все-таки дождаться Блэкхолла и под Блэкхолл уже тогда разыгрывать. Возможно, вот шансы опять появятся. Далеко зашел Зефрик, сейчас будет Чейнс. Ну, просто поднимает Рейджинг Потейту, пригвоздили к стенке. И, ну, Зефрик, его прогулки по карте, они, конечно, может быть, внушают какое-то опасение на линиях, но пока он просто умирает и никакой пользы не приносит своей команде. Его задача вообще фармить. Вот он так, да, сам решил, что он будет как-то безопаснее в той локации сейчас подфармить может, но ему объяснили, что это небезопасно. Так, Нинджа Буги пытается что-то сделать. Дал дэмэдж, чтобы 343-го хотя бы забрали. Нинджа Буги уходит отсюда пешком. А вот у Леона могут быть проблемы. Нет, не стал прыгать за ним их джит. Там все-таки есть подкопы. Нет смысла туда врываться. Конечно, интересно, что решил играть с Макшиным Фистом Лайфстиллер на этой линии. Я подозревал, что может 2-2-1 сыграть на пятом уровне, но вот все-таки 1-3-1 его билд, плюс ультимейт на шестом. Рейдж 3 секунды, это может быть немного опасно против героев Минески в последующем. Но если вот сейчас они активно начнут драться, то могут возникнуть неприятности у Меракла. Да, согласен, так наглеть тоже не стоит, хотя мы видим, есть у него, наверное, уверенность в том, что он дальше будет получать хороший левел и проблем не будет. Да, если ты еще и будешь под инфестом на линии показываться, то есть если у тебя есть и инфест, и рейдж, то, скорее всего, тебя не убьют просто. Вот так это работает. Так, осторожно, надо быть Леону. Пока, ну, есть уже шестой Ахджита, и сейчас любой кортик может стать фатальным для тебя. Так что надо как-то прятаться в елках, стараться не выбегать. Надо Леон — это как раз очень сладкая булочка будет. Шестой у Энигмы появился. Это Блэкхолл, и можно под него какой-то выход тоже попробовать организовать. Вообще интересно, как на Энигме сейчас, наверное, доминатор покупать вообще не хочется. Зефрик действительно его игнорирует, сразу выходит Владмир. Да, все-таки слишком много изменений неприятных для Энигмы именно было. Именно поэтому мы героя перестали видеть. Да, героя действительно очень плотно так подрезали и даже добавить тут нечего. Самое забавное, что самого героя, то есть не меняли. Не трогали, да. Вообще, Чинзо не касался его. Все, что ей помогало в этой игре, действительно отправили куда-то отдыхать. Вейл первый выходит, Тава, как мы это привыкли видеть. Ну, Мун его тут немножечко погоняет. Убить, наверное, вряд ли сможет, хотя... Вот так вот давай его резать, выжигать. Тава неприятно. Слушай, много здоровья потеряет. Он может убить его. Он может его убить. Неужели стиков убьет? У Санкинга нет, поэтому больше нечем и не хватит лечиться. Армора. Очень какой-то странный фраг, если честно. Ахджит далеко, Ахджит, так можно умереть сейчас, Ахджит. Да ладно.
Жадность фраера сгубила. Пытался он убить здесь, конечно, Леона, казалось бы, халявного. И в итоге зашел слишком далеко здесь, на перетяжке, на фарме в лесу. Но нельзя забывать, что у Леона контроль хороший. Вот да? У него хекс 2 уровня, оглушение 3. Это 5 секунд контроля. На секундочку. Не, не на секундочку, а на 5, просто. Да, ну я имею в виду, да, вот, да, вот да, сейчас да, на секундочку, а вообще вот на 5. Владмирс появляется тем временем у Зифрика. Свое он по чуть-чуть выфармливает. Это Эмбер через Травула, мой любимый. Поехали. Я не верю, что это твой любимый Эмбер. Мне кажется, что ты здесь лукавишь немножечко. Чуть-чуть, да, чуть-чуть. Не, ну мне нравятся такие Эмберы. Опять-таки, это дает темп, это дает возможность да нет, реально я быстро говорю, играть. По такой игре, мне кажется, это действительно правильное решение. Когда ты покупаешь Тревела на 11-й минуте, у тебя помимо Тревелов еще в Рейсбенд есть Стивен Лейс, в принципе, ты можешь себе это позволить. Это как ранний мидас купить, вот где-то с этим схоже. Нашли Таво, в кулдауне у него подкоп, поэтому никуда он тут не уйдет. И Мун уже доминейтинг. Деньги есть, покупай себе Тревела и не парься. Да, Таво снизу загнобили. И теперь надо где-то стоять под Т2 и как-то пытаться фармить. Вот очень интересно, Мэйби играл на центральной линии на Марсе. Он брал 2 брейсера и сразу выходил в даггер. То есть у него было 2 брейсера, фейзы, стики и даггер. Ну это 1600 здоровья, и ты как бы можешь себе позволить... Нормально, да. Он такой плотненький герой, потому что на 10-м у тебя 8 силы прибавляется дополнительно, правый талант. Здесь пока я вижу, что KP собирает Владмир. Кажется, Владмир после Солринга и фейзов. Стики не грейдит. Ну, тоже пойдет. Командный будет Марс. Опять-таки, под очень мобильного Эмбера. Да, у тебя вот 2 милишных кора еще, да? Вот это тоже да, такая немаловажная штука. Плюс один из них агильщик. Прирост хороший будет по урону. И Мидас. Мидас для лайфстилера. Да, 12-я минута. Довольно неплохой Мидас. Он там сложно стоял, мучился. Мы видим 5000 у него нетворца. То есть, как бы, не отстает он от Эмбера. А к тому же, мы видим, еще и прилетает сейчас Мидасик. И станет немножко попроще. Попросили тут команды немножко свет убрать. Когда играешь, немножечко неудобно. Бывает, я прекрасно это... Прекрасно я их понимаю. Конечно, да, это нормальная практика. Да, да, нормальная да, практика. Поймали Рубика. Рубик бежит, потому что там очень хорошо контринизировал Эмбер. Попробую убежать. Не выпускает, да. Он так, конечно, под песочком его подблочил. В итоге Raging Potato уйти не смог. Но это приятное золото, которое капает лимпу. Вроде снова даггер решил покупать. Ну, окей. Слушай, наверное... мне кажется, и без даггера можно играть. Вот такой слоу-плей настоящий. Ну, даггер и даггер. Возможно, сыграет сейчас агрессивно под Сент-Кинга, под Леона. Но все даггеры, которые я видел пока на этом турнире, они были не самыми эффективными. То есть можно было и без них, как мне кажется, обходиться. И просто выходить в дизоль. Это ну, тоже артефакт, который мобильности прибавляет. Ты фармишь не намного слабее, это понятно. Видишь, тут, наверное, опять-таки расчет на то, что давай мы вчетвером побегаем, пока лайфстиллер с Мидасом да, свое вынесет. Само собой. Но, ну, окей, тут я с тобой соглашусь, что, наверное, покруче да будет. Да просто я не вижу, как бы сильно пока Минески давили. Может, конечно, сейчас Лимп заглядывает в будущее. И, наверное, он прав, потому что я смотрю, что Минески активизировались. Они бахнули смоук на нескольких и пошли гулять. Ну и как раз тумбларку могли сейчас обнаружить. Так, Лимп дал инфу, знает он, поставил трэпу, ну и уже просто так не будет. Сбегает за KP, взрывается на трэпе и... Слушай, за ним кто едет, едет Эмбер Спирит, да, да, да. А вот тут блиндагер работает. Возможно, кстати, еще из этих соображений блиндагер был взят, что тебя нельзя вот так подцепить. У тебя благодаря рефракшену блиндагер не сбивает, например, те же чины не могут сбить блиндагер. То есть, например, на тебя нападает Эмбер, а ты просто делаешь блинк. Он не может тебя остановить. Да, да, да. Ему либо нужно тратить еще один реминант, чтобы пытаться. Ну, тебе нужно сбить. Тебе нужно реально сбить рефракшн. То есть, да, чинами он тебя может как-то подвязать, но ты, скорее всего, переживешь, спокойно нажмешь блинк. То же касается и Марса, в принципе. Если он где-то на тебя выходит, начинает ставить арену, просто блинк из нее нажимаешь и уходишь. Можно понять еще вот такое решение, да, Лимпа? Вот как-то так еще объяснить дополнительно. То есть это не просто в темп, возможно, итем на то, чтобы драться, а еще и сейв итем может быть вполне. Так понимаю. Так, спокойно фармит себе лимп. Мы видим, он топ-1 на данный момент на карте. Несколько киллов, которые он где-то нашел в лесах, конечно же, этому поспособствовали. Меракл тоже хорошо зарабатывает сейчас за счет своего мидаса. Ну и ситуация у комплекте, в принципе, неплохая. Энигма тоже свое вынесет. Таво, мы видим, наконец-то отпустили. То есть дадут ему сейчас возможность нафармить. Ах, тоже парень в тревела выходит. Окей. Окей, то есть тут будет не блин даже после Вейла, а прям Boots of Travel. Интересная затея. Может, еще передумает. Смок откол. Хекс по Акжиту моментально. Надо же подкопать Акжита. Акжита подкопали. Зифрик ждет момента для Блэкхола. Пошла у нас арена. Блэкхол пока поставить нет возможности. Один в один разменяли пятерок. И каждый сам за себя.
Ну, вот единственное, что еще помимо этого интересно было, это борьба внизу двух персонажей за баунти руны, и они, в принципе, их просто поделили. Там встретился Сент-Кинг с Эмбер Спиритом, одну забрал Таву руну, а другую забрал Эмбер. А нет, я соврал, все-таки Эмбер 2 забрал. А, ну тогда вообще еще и пле... Ой, Таву! И Тава сейчас сгорит. Сгорел на работе. Вообще не факт, не потому видно. Что тут очень, очень сложно хорошо. Понять, что ты точно не знаешь, где он находится. Но пытался вслепую сейчас Мун убить Тау, да, но Тау да, уже был да. не здесь. Выиграл время. На ману развел Эмбер, и мы видим, Эмбер вынужден будет сейчас где-то искать. Надо просто дождаться 30 маны. 30 маны, чтобы ТП на базу сделать можно было. Да, скоро улетит и вернется куда-то в другую точку. Очень... если сравнить с первой, на первой и на второй карте у нас на 16-й минуте уже одна из команд вела по 8 тысяч. Ну смотри, и... на первой это скорее благодаря ошибкам было, да. почему так игра ускорилась, так бы она скорее всего тоже была медленная. А вторая была и правда планомерно выиграна Минески вообще без проблем. Они шаг за шагом четко шли к победе. Здесь такого не наблюдается. Здесь у нас не ясно. И одни и другие фармят. И я бы даже не сказал, что у кого-то есть явное преимущество, заходя в ту или иную стадию игры. Здесь реально все будет строиться на исполнении. Мастерство будет решать. Джабуги в мини погиб, Лимп впрыгнул вместе с инфестом, ну и там, конечно, шансов не было никаких. Здесь ультимейт кастовал просто, чтобы пофармить себе Таву. Может, он то что-то хотел сделать, но вряд ли что-то интересное. Просто-напросто у него есть ультимейт, нет блинка, надо вкастовать. Тавр в миди падает, KP здесь, чтобы его защитить. Ну, сразу еще, желание пропадает. Почему я могу сказать, появился вот Лайфстилер, например. Мне он тоже очень против Марса нравится. Ты можешь выбегать из арены под рейджем. Это неплохо. Есть там и другой нюанс, что если ты, например, в драке идешь в рейдже, и есть возможность у Марса тебя пригвоздить, ты просто считаешь тайминг, смотришь, когда заканчивается рейдж, и просто отбрасываешь этого Лайфстилера. Есть, конечно, здесь и минус. Но вот то, что из арены можно выбежать, это плюс. И вбежать. Таво, атака на него. Таво в итоге забирает одного героя, который на него напал. И если сейчас чуть поживет, можно и второго, но нет. Очень плохая атака. Опять-таки напали, просветили, потеряли очень много времени. Таво подрубил песочек и как бы под сэндштормом. Ну, вообще, это небольшой изъян, конечно, у Эмбера благодаря этим травелам. То есть он не так много может сделать, будь там молнии, побольше бы урона напастись можно. Скорее всего, убили бы. Да, но не факт, но как есть, говорю. Дагер появился у Марса. Поприятнее теперь будет ему входить в сражение, ему инициировать драку. Но, как мы уже с тобой обсуждали, Темпларка может выпрыгнуть на реакции спокойно совершенно. Сын-Кинг может выкопаться, Лайфстиллер может выбежать. То есть три кора... основных комплексити да, арены не боятся да, сильно. Ты их просто не сдержишь в арене абсолютно никак. Но если ты будешь прыгать уже в сражение, которое идет, то шансы имеются. Окей, 18 минут за нами. Лимп стакает себе, прекрасно понимает, что денежки нужно где-то вытаскивать. Ему немного не хватает до дезолятора. Ну вот, с инвизом можно и прыгать, и наглеть. Так, чтобы KP было не весело против тебя играть. Зифрик уже 12-й левел на этой Энигме. Ну вот, Энигма, которая пугает всегда, которая выбегает. Пока вот мы не видели, да, того, что все любят и ожидают от игроков на Энигмах. Там Black Hole в пятерых. Это все впереди, как бы. Тут нужно всегда понимать, что когда ты играешь против Энигмы, эта опция у нее есть. И вот, это самое страшное. Знаешь, вот такая штука интересная. Вот, действительно, Энигма, на мой взгляд, потерял именно вот на старте игры. И при переходе в мидгейм, благодаря отсутствию сейчас этого момента с приручением катапульты, с тем, что ты можешь пойти съесть вражескую катапульту, пропушить линию быстро. Вот где-то немного теряется сила персонажа именно при переходе в мидгейм. В центре драка завязалась. Хороший прыжок на Raging Potato. Очередной раз инфест реализован в саппорта. Здесь арена и минус Энигма. Да. Вот там синхронно делают выходы и убивают четверок. Это работает. СК подкопал. Вообще молоко. Просто молоко. Бесстрашный. Таво, конечно, побегает. Тут, кстати, готов 343 встречать. Дают ультимейт. Прекрасная игра 343. Ну, не засейвил он, конечно, своего тиммейта, но контратака была великолепная. И слушай, то, что забрал Эмбер, ему, намного по-моему, важнее. Тоже круто, да. Да. Эмбера это шикарно. Ну, KP успеет сделать тэп-аут. 343 подкапает кончиком. Ой, как неприятно. И KP пытается еще жить. Пригвоздил одного. А у него даггер будет. Секунда, даггер. Ай-яй-яй-яй-яй. Трэпа и лимп. Мега-килл. Темпларка проворнее оказалась. Ну, тут большой-большой молодец, конечно, Леон, который респект поджидал. Леону. Да, респект да, Леону. Да. Во-первых, убийство. Ну, по сути, двух коров убил здесь, можно так сказать. Он убивает ультимейтом и ударом Эмбера, после этого еще догоняет и оглушает Марса, не давая последнему сделать телепорт. Шикарно сыграно. И действительно, выход от Минески, мы видим, получается не самым успешным, потому что комплекте еще и контролят 3 из 4 баунти руны. И преимущество внезапно
Внезапно. Около 3000 уже. Но тут надо еще сказать, что Фантомка решила поиграть такой фарм больше билд. Она выбирает здесь Battle Fury, как я вижу. Я, конечно, понимаю это решение, но... По-моему, поактивнее здесь надо играть, учитывая, да, что вот твои уже, тиммейты врываются. Вот, сейчас как раз наоборот. Вот уже, если мы сейчас такое да. видим, уже все, да. Так ты, твои слова были бы правдивы, если бы, например, Эмбер, может быть, там не обязательно через тревела играл, а как-то более темповый билд избрал. Тут просто у нас Эмбер будет выходить в радик, и Фантомка будет фармить БФ. То есть они не нацелены на быстрый темп. Но, я думаю, немного недоволен Марс этой ситуацией, потому да. что Марс купил командный итем, он играл с командой, и он хороший старт имел. Он бы хотел играть поактивнее, но его два кора решили вот так, поэтому Марс сейчас будет просто давать пространство. Марсу и команде сейчас придется драться против Блинка Энигмы, против Рэдианса, против Дезолятора Блинка Темпларки и против Синкинга, опять-таки, который уже плотный, мощный, и с Вейлом. Угу. И это неприятно, это очень неприятно. Драки сейчас Минески будут проигрывать, и они это знают. Но мы идем в смоке, они пытались кого-то найти, не нашли никого в центре. Знаешь, вот они могут точке. Понадеяться на своих саппортов. Все-таки и Рубик, и Гримстрок — это герои, которые могут использовать силу противника против них самих. Да. То есть можно как-то сыграть там на Рубике, будет великолепно, украсть хороший, точнее, украсть подкоп из Нгинга, хорошо его использовать, украсть Блэкхолл потенциально. То есть как-то благодаря саппортам тут можно будет выехать. На корах сложнее. Да, ждут Минески счастье какое-то, чтобы им привалило в виде телепорта на Тирадин Тавр, но не спешат пока американцы туда лететь. Они наоборот, ну слушай, на Т2, на ТПшце сейчас все-таки, возможно, будут принимать этот файт. Таво пошел танковать, вообще бесстрашный Таво. Всю дорогу он бесстрашный, просто подкапывается, готов впитывать любой дэмэдж. Ну, много он не впитает, но люди поубегали. Вот он, Рэдианс у Эмбера. Не намного позже, чем у Лайфстилера с Мидасом, то есть там разница буквально в минуту. Mm-hmm. Видим, на 8 минут быстрее, чем это обычно происходит, но мы понимаем, что вот эта статистика, она не всегда показательна. Да, ну да, и вообще редко берут именно первым итемом радик. Обычно радик берут после молнии, если такое происходит. Да. Чаще всего, но не первым итемом. Здесь есть Radiance, окей, миссы будут, пофармить будет немножечко попроще, но пофармить-то всем радик надо. Здесь смотрится неплохо, я немного, конечно, удивлен именно тем, что он первым появился после Тервелов. Ну ладно, оставим это на совесть Муна. Он на этом герое тоже очень много отыграл, и кому как не ему верить. Да, Таво с Тервелами очень быстро и понемножечку выходит в блинк. Как только появится у него блинк, мы понимаем, что еще агрессивнее станут играть в комплексе, у них все в порядке. Они сейчас фармят лучше, чем соперник. Слушай, да. А надо ли им играть агрессивнее? Я вот каким вопросом задаюсь. Ну, вот сейчас они просто сильнее. Вопрос в том, будут ли они сильнее минут через 5, но я не знаю. Ты должны вроде. Ну, вообще логично, что да. То есть Темпларка и Лайфстиллер — это ребятки такие, которые будут убивать. Есть два великолепных Масульта, и есть классный Леон с дизейблами на случай, если нужно поймать одного либо второго врывателя со стороны Минески. То есть, тут надо как-то балансировать, да, балансировать между фармом и выпадами там, в сторону противника. Дело-то в чем? Если мы обратим внимание на обзор, то есть определенные трудности, потому что только благодаря ловушкам Темпларки какой-то вижн они собирают по вражеской части карты. А ты знаешь, остальные варды стоят только на своей части. Я тебе скажу так, проблема в том, что в ловушек стоит много Темпларки, но половина из них это рубиковские. Да-да-да, там есть еще ответные ловушки, это правда. Так что тут Рубик свою работу тоже делает довольно хорошо. Мун забирает по чуть-чуть здоровья у Тир-2 вышки здесь. А вот раздевардил, хорошо, убил трэпу. Говорит, это что тут за такая ловушка интересная? Это моя? Где она взялась вообще? Да. Что а за нет, беспредел? Это чужая. Да, Рошана, конечно, очень хотят комплексе убить. У них есть все для этого. Они это делают очень быстро. Но растягивает их Минески. И мы видим, нужно думать что-то либо про Т2 Тавр, либо про какие-то другие вещи. Но пока Минески действует классно с точки зрения макро. Забирает эту вышку без боя. Не подтягивается сюда комплексе. И никак комплексе не могут реализовать пока свои классные артефакты. Ну да, еще благодаря Марсу идут танковать. Центральную вышку заберут. Вот Марс вообще не получает почти урона. У него срезание от фронт урона 40% на втором уровне. С вышки его почти не бьет. Вот он подошел, вышечку забрал, вторым нюком зафармил крипов вместе с копьем. Да, и все есть. Порядке. Ну что, Блэкенбар готов у Лимба. Там Мидия пытается быстро убить Рейджинг Потейта. Его убивает. Марс, надо бежать, но тут сложно будет. Это будет очень сложно, потому что стопит Таво. Марс пытается хоть как-то повыигрывать время. Хорошо все сделал. Очень хорошо. И достает его Таво. Марс очень битый. Трэпа еще взрывается. Марс дерется, конечно, до конца KP, но Миракл, конечно же, его не отпустит. Ну, дабл кил Миракл. KP сделал все шикарно, но да. Проблема была еще в Сент-Кинге. Он пригвоздил Лайфстиллера, не дал ему погнаться за собой, но вот остановить, конечно, второго товарища не смог. Ну что, идеальный момент нет для того, чтобы убить Рошана? Наверное, да. Хотя 35 секунд, Марса не будет.
в принципе, времени немного. И знает Минески, что будет делать соперник. Мы видим тут еще битва за баунти руны. На этот раз опять 3 руны забирает комплексити. Очень хорошо у них все по баунти. Ну и вынесла фантомка только что себе БКБ. То есть уже хочется бы ее как-то в драке увидеть. Знает все Минески, ну а толку? Идти сюда без марса. Не, вообще они неплохо прогоняют. Смотри, у Лефтлира не так много здоровья. Вообще прогнать их от Рошана можно. Вот главный Нинджа Буги, чтобы сейчас не подставился, потому что его просто с блинка убьют моментально. Сангин. И там параллельно Рейджин Потейта уже погиб. И Нинджа Буги, и ультимейт получает Леона. Моментальные 2 минуса ворвались и выхватили просто ребятки из Минески. Но слушай, тут... но с другой стороны, Фантомка прожала БКБ. 2 байбека на саппортах у Минески есть. Блэкинг бар у Фантомки появился свеженький. А, ты Марс прожила есть. Прожила БКБ разве? А, да, прожила БКБ. То есть сейчас... Ну вот в три кора, но есть Блэк Холл. И как же не хочется лезть под этот Блэк Холл. Что, пойдут или нет? А, сейчас будет контратака, мне кажется. Прыгает Марс, пригласил Энигму. Тут же подкопали, запрыгивает туда, Джит пытается зарезать, зарезали быстро Энигму. Окей, а вот он ультимейт Сен Кинга, разломали моментально Марс, есть байбек от Гримстрока. Марс тоже делает байбек, как Джит в БКБ пытается уйти. Таво, какой отличный подеблок! Но БКБ все еще действует, залетает Кортик, БКБ закончилось и уходят отсюда Минески. Но Рошан, покажи. Рошан, покажи. Два байбека на один байбек. Да, Рошан жив. Это важно. Блэк Холл есть. Потрачен ульт Сен Кинга, ульт Леона. И инфест. Но сейчас входит преимущество у комплексити по Блэкинг Барам. У Темпларки-то Блэкинг Бар откатился, а да. У Фантомки еще 40 секунд. Да. Единственный, конечно, плюс еще в том, что ой, Марс. Есть ультимейт Гримстроука, через него можно пробовать разыгрывать. Хороший Марса копье. Бросил. Но Лип уже здесь, Рейджинг Потейто в таверне, будет ли цеплять как-то KP, трэпа, но дальше не надо идти. У этого есть выкуп, это тоже может вернуться. Конечно, очень много сейчас Минески тратят для того, чтобы не дать сопернику забрать Рошана, я их прекрасно понимаю, но тут могут быть интересные проблемы. На уж есть выкуп от Рубика. Смотрим, есть подкоп. Хороший ультимейт от Грима. Но Зипик по твоим. Блэк Холл минус 1, минус 2. Вот он первый Блэк Холл. Акжит прыгает. У тебя нет БКБ. Брат, еще кулдаун на БКБ Акжита. Уже, есть. Нет, уже есть. Два байбека еще сделали. Акжит на Меракла. Меракл отходит отсюда. Трэпа взрывается. И Акжит понимает, что он засловлен. Он в фиксе. Таво, вот он инфест. Здесь же у нас имеется внутри Таво сидящий лайфстиллер. Будет ли он вылезать? Таво подняли. Таво сейчас убьют. Таво по-прежнему жив, только сейчас. Его убивает, Меракл Рубик уходит Блэк отсюда. Никуда дает. Ну, бывает, ничего страшного. Главное, что украл. Битва на Рошане хорошо продолжается. Украл, вот использовал, знаешь. Слушай, 4 байбека Минески. Это представь, вот я тебе как. Это представь, что ты выиграл только что миллион в казино. Да. И просто пошел, не знаю. Нет, не так. Ты выиграл миллион в лотерею, ага, и пошел проиграл в казино. На красное поставил, да? Да, вот так. Вот такая схема. Бывает. Ну, ты счастливый и несчастливый человек одновременно. Нет, ты счастливый идиот. Вот так он, наверное, это правильно будет делать. Ну, вот тут у Рубика не получилось. Хорошо, подкрадывался, хотел снизу вверх дать, там, с лоу-граунда на возвышенность, но не получилось. Все равно весь вот этот микромомент, наверное, все-таки преимущество имеет комплексити, потому что они потратили только один байбек, в то время как соперники потратили 4. Я, пожалуй, соглашусь, и ты прав. Единственный нюанс, то, что Минески хотя бы не отдали Рошана, да? Да. Вот это из позитива для них. Вся это была заварушка. Почему? Потому что колы били Рошана и не хотели Минески его отдавать. В итоге так и получилось. Минески, в принципе, свою задачу выполнили. Вопрос, что будет дальше, если еще раз туда пойдут комплексити под этого Рошана. Смогут ли Минески без выкупов уже повоевать с ними? Книга скоро будет. Загадка. Скоро уже открутится, мало того, что Блэк Холл, так появится Блэкинг еще бар, и БКБ, да. Он ГПМ талант брал на 15-м, то есть да. У него помимо там того, что он много фармит сам, еще и постоянно капает золото. Как там в этом мемчике? Ох, щит, here we go again. И продолжаем, смотрим, успеет ли сейчас нам с даблдэмэджем лимп. Неприятно, залетает туда Мун, смотрим, Рошан падает. Вот, ой, да, вот, отличный подкоп, подвоил. Как больно, Нинджа Буги рассыпается, и Мун тоже в секунду должен умирать. Но хватает здоровья, трэпа взрывается, Мун уходит, очень битый, но уходит он все-таки. Молодец, Ремнант оставил за благо. Временно там, чтобы на него уйти в случае проблем, и отступает. Было близко. Было близко. Вот, мы, собственно, и получили ответ. Да, на байбеках как-то выиграли время, да, от Рошана отбросили, но после этого комплексити вновь собираются вместе, добивают Рошана, и тут уже у Минески ответа не находится. Ну и как же горят саппорты бедные. Знает того, что где-то он здесь, вот теперь четко видно, где просто 2 АОЕ-спыла, и бедный Рейджинг Потейто пытается убежать, но Тава, конечно, хочу слушать Тава. Тава-то отпустил, но лимп. Со всех сторон налетели. 9-1-7. Гадлайк у Лимпа на Темпларке. Темпларка пока на этом турнире прям страшнейший герой. Тир-1 пик, да. Тир-1 пик, это факт. ГПМ появляется и на Леоне. Вот такая парочка саппортов приятная. Ну, и у одного 150 ГПМ, и у второго 150 ГПМ. То есть такой драфт, который вот сейчас уже силен, но в лейте все будут иметь деньги. Прям все, без исключения. Да.
Да-да-да, надо как-то искать ситуацию, выходы из ситуации сейчас Минески, потому что у Complexity все классно. Complexity имеет и скоро будет иметь очень богатых саппортов. Ну, хотя куда богаче Нипни, как бы, да? Я вообще немного тут... Ищи минусы. Что тебе не нравится? Наверное, творчеством займусь. Займись. Потому что мне кажется, что Аганим... Напишешь что-то на карте. Аганим на гримстролке, мне кажется, можно да. попробовать здесь собирать. Конечно, это пятерка, скажете вы. И, конечно, очень хочется иметь глиммер с гастом, который он имеет. Но вот Аганим против коров, которые есть у комплекте, вот на любого так, нажми. На темпларку вот, да, нажми. Да, да, это прикольно. На лейсилера нажми, это красота. Но я тебе скажу так, единственная возможность у гримстрока получить здесь Аганим, это его с третьего рашана выбить. Что я не верю, что он нафармит. У него КПМ 90, он вроде спамит. Ну, это надо вряд минут 20 мало времени вероятно. И ничего не покупать, вардом но не тут покупать. Аганим был бы очень сильный. Смотрим, контратак, Атава, глубоко он забежал, но он вместе с лайфстиллером пытается кого-то на какие-то спылы развести. Развлекает вот так вот комплексити, но вышку почти добили. 8000 ведут. Да уж. Снизу горит хата, поэтому придется кому-то туда долететь рано или поздно. Ну, честно, мне не очень нравится в итоге вот то, что Эмбер предложил в этой игре, и Ахджит не сочетается это с игровым планом. Ахджит настолько нагло прыгнул вперед, я был уверен, что сейчас будет рывок от Таво. Вот его вряд ли удастся заберсить, потому что все-таки промахи мешать будут. На боковой развести? Да, но можно было контратаковать в таком случае, если так они не очень удачно прыгнут вдвоем. Сразу ультимейт от Грима, сайленс и поехали. Вот, битва на чужом шрайне. Та самая битва на чужом шрайне. Меракл говорит, нет, ребят, я так не играю. Трэпы стоят. В темпларку, вот кстати, один. Прыгнул. У темпларки и БКБ готово, и Аегис есть, и Оркид имеется, кстати. Как же хочется куда-то заехать. Да, скоро там будет Блаторн. Вообще, наверное, доломать Т3, сломать святыни, и на этом уже хорошо. Марса подловили. Марса подловили, дали сайленс, уничтожили. На ловушке темпларки был замечен и обезврежен. Ну и ситуация еще менее веселая. Слушай, потому что минуту без него нет. Да, да это, нет это сторона. Лифа. Это может быть сторона вполне. Ой, еще и курьера теряет, но это рейдинский курьер, запакованный. Там как и раз, и Зифрик дает Black Hole в... А у него нет байбека. У него нет байбека. Мама дорогая, как все плохо. Ахджит, ПВП с лимпом, пока проигрывает его. А что можно сделать? Ну, Black Hole есть у Рубика. А как же так-то? Ну, тут одну сторону только потеряет из плюсов. Прыгает, там очень глубоко прыгает. Рейджик по тайну погибает. Black Hole у Рубика. Смотрит, смотрим. Ахджит, Ахджит дерется, как лев с Мераклом. Меракла успеет ли добить? Меракл на один удар. Меракл выживает. На лоу хп и разваливают Ахджит. Ахджит с байбеком тут же выкупается. Кастовит ультимейт Таво. Нинджа Буги тоже отправляется в таверну. И остается один Ахджит. После байбека мид потеряли. Т4 надо идти, потому что Т2 стоит по другим линиям. Вариантов других нет. Они знают, что там нет байбека. Они понимают, что нужно эту игру закончить прямо здесь и прямо сейчас. Марс жив. Но вот доберется ли он сюда? Слушай, ну вообще бить трон здесь самая здравая мысль. Ну, конечно. И действительно проблем пока с этим не возникает. Там еще был момент, когда Лассер мог бы погибнуть, но сыграл армлетом очень здорово. Да, да, да. Был казалось нюансик. Бы, что все, Меракл уже куда они пошли? Они там Марса гоняют. Да, но... Не, надо просто харасить трон, сейчас трон, и все правильно. Неужели отойдут? Голый отойдут. Трон оставят. Да, ну... видят, что появляются персонажи, побаиваются и рисковать не хотят. Можно их понять в целом. Конечно. 16 тысяч ведут. Счет 2-1 очень близок. И очень хотят они выиграть эту игру, чтобы встретиться завтра с НИПами с утра. Напомним, кстати, завтра всем, кто сейчас смотрит, сейчас много людей. Завтра выходной. Нет, завтра не выходной, завтра пятница. Пятница. Послезавтра. Так это окей. Маленькая суббота. Пятница, да, это фактически выходной. Смотрим на эту драку, потом продолжим. Ахджит запрыгнул, пытается быстро зарезать. И зарезал Таво. Лим размен пытается устроить. Ахджит в хиксе. Сможет ли выжить? Да, выживает. Есть мясы. Все нормально. Отличный ультимейт от Гримстрока. Ахджит пытается зарезать. Еще Леона зарезает. Ну и нафидели здесь комплексе. Нафидели комплексе очень плотно. Лим остается один. Лим получает крит на 1200. Спрятался в невидимость. И ушел с блинка. Великолепно. Почти ушел слепа. Его убили. Таво тоже сюда вернулся. И Таво после байбека также отправляется в таверну. Великолепная игра от комплексити. Прям... Знаешь, шикарно. Понимаешь, Виталий, долг — это такая вещь, которую надо отдавать все-таки. Боже, боже, зачем? Зачем? Ну, они задолжали. Кому? Минески им сами многое дают. И в этой игре, и в первой, как ты помнишь, Минески много чудачили. Сейчас же комплексити говорят, ребята, мы долги возвращаем, вот вам, пожалуйста, возьмите. Самое-то обидное, знаешь что? Что они не били трон, они-то отошли, потому что побаивались. Да, да, да. Сыграли и осторожно, в драку. А потом стряли все равно. То есть это какая-то очень странная история. Не, так, конечно, делать меня нельзя. Зифрик пытается спрятаться, еще и забрать здесь желательно две баунти-руны. Ну, а здесь будет атака, будет в любом случае попытка развести на байбек темпларку. Как бы вариантов здесь нет. Не надо выкупаться темпларки. Нет Таво, да, Таво 70 секунд не будет, тут надо отдавать мид.
Боже, какой же бред, как же Минески сейчас на халяву возвращается в эту игру? Ну, заметь, у нас практически все игры так строятся. Да, да, да. То есть с редким исключением. Ой-ой-ой, так что ж такое, Зефрик встреет, черт пойми, где в лесах, Зефрик умирает здесь. Да, Зефрик, конечно, с байбеком, но просто на ровном месте. Он отдается, здесь ловит и пытается очень быстро убить сейчас лайфстилера, лайфстилер, да что ж ты делаешь, да что они вообще творят сейчас? Минески убивает еще одного героя. Что это, как? Это... у меня нет слов. Открыть врата. Можно матюкаться, я не знаю. Да, давай, я разрешаю. Что происходит? Это какая-то... Боже, я не знаю, это какой-то брейнлаг просто, знаешь, вот командный брейнлаг, когда в какой-то определенный момент им не хватает энергии, им не хватает вот этих батончиков Lion, дайте им, чтобы они зарядились на сцене, потому что как, это просто гайд, как 20 тысяч преимущества профукать за одну минуту. Фантастика, фантастика, комплексити возвращает нас в эту игру. Возвращает интерес в эту игру. Ну, ты заметь, я молчу. Я не хочу гореть превселюдно, потому что если я начну говорить, то меня забанят. Я отказываюсь верить, что можно... Меня забанят. Забанят. Вообще в доте, да, по бакбану. Я же встану, я не могу сидеть такое комментировать. Это какие-то... Я бы прилег сейчас. Это правда, но сейчас приляжет кто-то из комплекса, если продолжит вот такое делать, потому что они должны быть рады, что тренер у них хрупкая девушка Кипс, потому что был бы там брутальный мужик, 71-й. Я думаю... Кому-то бы точно бы нос после игры сломали, после такой игры. Нельзя так делать. Но ничего не потеряно ни для комплекса, ни для Минески. Проблема у комплекса в том, что нет одной стороны. Да, они эту игру могли бы выиграть, если бы они посносили Тир 2 тавера чуть-чуть пораньше. На нижней линии мы видим, там вообще Т1 тавер все еще стоит. Да, я понимаю, что даже не важно, сноси, не сноси. Просто не погибать вот там в центре, все. Они же отошли. Отошли. Они же били трон. Да. Могли бить трон дальше. Да. Но они подумали, там три героя, да. Уже опасно. Фантомка может прорезать это нас. Правильно. Давайте уйдем. Да. А потом давайте вернемся. Ты же знаешь, как это происходит. Я кто-то знаю. Кто-то один встрял, и пацаны такие, ну давайте впишемся. Конечно. Не, ну норм, там парень на хиксе. Так понимаешь, что самое-то обидное? Они все равно в порядке, они могут играть, но только фантомки они дали какое-то невероятное количество. Часто фантомка под гримом, она может вырезать людей сумасшедшим образом. Во-первых, это кортики, летающие в разные стороны. Да. И это будет больно. А, кстати, 25-й у нее вот-вот будет. Уй, под гримом вот эти кортики прям очень да, весело. Да, да. Так, атака, быстрый минус, убили Рубика. Рубик с байбеком, все окей, это не проблема. По-прежнему, напоминаю, боковые линии бить не могут, потому что стоит тир 2 на верхней линии, тир 1, тир 2 тавр на нижней линии. Ну, идут на байбек разводить. Как бы тут не доиграться, разводя на байбек, потому но, что встрять кажется, можно. Мне они идут заканчивать игру. Ну, я понимаю, пытаются. Но смысл как раз в том, чтобы Рубик нажал байбек. Потому что закончить ее вряд ли они так сразу смогут, им враг не даст. Все, а вот выбить байбек можно было бы. Но Рубик сыграл хладнокровно, понимая, что внизу в это время хата горит у комплексити. Там да? Крипы зашли. Да, они сейчас... А если горит твоя позиции. Изба, значит всему твоему конец. Это известно. Не поэтому факт. Надо играть осторожно. Не факт, не факт. Может сгореть твоя изба почти до конца, ты убить избу врага. И так тоже можно выиграть. Шрайны позабирают спокойно комплексти. Надо на топ-линии снести тир 2 тавра. Они это знают, потому что они очень сильно зажаты в рамке. У них единственный вариант выиграть эту игру, это пойти убить трон. А у трона, напомню, очень много здоровья. Да ладно, на самом деле, мне кажется, они могут и боковые вышки сломать при желании. Не, ну... Они как-то вдарились в центральную линию, видя, что Рубик, ну, хотели выбить байбек от Рубика и зашли так по центру. Но вообще можно, конечно, по боковым пойти. Просто толкнуть боковые и как-то сыграть. Но тут же фишка еще в том, что Рошан, это будет камень преткновения. За Рошана будут драться и одни, и другие. Поэтому кто отпушит боковые линии, кто будет владеть как раз макроигрой, тот, по идее, должен Рошан и забирать. Ну, это так вот, чисто логически. Конечно, все это может измениться. Что еще? Какие вещи важны около Рошана? Важна ситуация с наличием святынь. У да. одних святыни есть, у других нет. То есть Минески при смерти вернуться быстро к Рошану не смогут. А комплексити, напротив, могут телепортироваться на свою святыню, которая стоит. Вот все Минески сделали хорошо, а святыню верхнюю у Рошана не сломали. Да, это, конечно, большая-большая проблема, и я думаю, это аукнется им. Но, по крайней мере, как-то можно туда, но нечем. Нет, значит, никаких сумонов, которые медленно пойдут. У Энигмы все артефакты для инициирования и Блэкхолла имеются. Да. Помимо Даггера еще и Шэдоу Блэйд. Прикупил да. себе Энигма. Блэкинг-бар есть. В Рошпит вообще нельзя Минески. Да, тяжко будет там. Ну, посмотрим, надо что-то делать. Нет, знаешь, как можно? Понимает. Можно в Рошпит. Только чтобы Рубик в это время украл Блэкхолл, например, который кастует Энигма, и дал свой в ответ. Вот это отличный будет красиво. План, отличный но план. Но пока у него два Блэкхолла, один он дал не очень хорошо, то есть плохо, а второй он не дал, потому что его убили. Бывает. Так, Ахджит.
Смотрим, Зефрик, Зефрик, невидимый Зефрик разбивает ему об голову, Абиссел моментально удаляет его из игры, пошла у нас драка, есть у нас арена, Марса убили, также очень быстро Рубика, Рубик тоже делает байбек, Леон у нас погиб в секунде, Леон ничего не сделал, КП остался закрыт, сейчас между всех героев Блэкхол потратили только в одного КП, его тоже разложили, но там есть байбек, переключается на Муна, Муна просто так не поймает, Мун улетел, ну и мы видим, что три байбека было слушай, потрачено. Слушай, это шанс для Минески должен быть. Ну вообще да, Блэкхола нет, а вот сейчас если Тава еще цепануть, Рубик Тава... Идет. Рубик здесь, Ахджит здесь, Тава подняли, Тава, Кортик, Тава, первый крит, второй крит, Тава просто рассыпается на запчасти. И это легкий Рошан для Минески. А может не идти в Рошан, а может в трон пойти? У тебя ДД на фантомке, нет, заканчивается ДД, ладно. Ладно, можно и Рошан, и в трон. Просто там посмотри, какая ситуация с Сент-Кингом. А если они пишут тайминги, то у Сент-Кинга еще минута. Да, они должны прекрасно понимать, что не будет его еще, поэтому они спокойно забирают Рошана. И пойдут, пойдут. Плюс в том, что, по-моему, Минески сейчас уже спешить вообще некуда. Ну, конечно. У врага только одна сторона целая. Меракл тут бедный мучается на базе с крипами, не знает, что с ними делать они вообще, и как им фармить. Я тебе скажу, по-моему, решили верхнюю сторону бить. А это правильно? Что подпушивает ее Эмбер не просто так, я полагаю. Идешь и делаешь мег крипов, сыр Эгис есть, все прекрасно. И вот когда третья сторона уже у нас упадет, точнее, третий тир 2 тавр, тогда вот эта осада Т3, это же супер опасная штука. Вообще беда, у Radiant ни единого байбека. Да, это огромная ладно, проблема. У них у Сент-Кинга через 20 секунд будет наличие, то есть Сент-Кинг появится, ну, по идее, и, скорее всего, заработают этого. Денег вот этих 600-700. Ну, хотя не факт. Знаю, на вот. Темпларке и на Лайфстиле 500 да. Золота сейчас получить не так-то и просто будет. Есть Девард, мы видим, шрайны поломали. Хорошо, ну и тир 2 тавр упал. Все, остается только одна вышка. Только одна вышка, и 20 секунд Тава еще не будет. Бэкдора нет. 25-й у фантомки. Трипл страйк, стифлинг, даггер взят. Талант. Сейчас комбинации с гримом будут шикарно. Блэкхола нет. Блэкхола все еще нет. Конечно, нет. Это факт. 50 секунд до него. Ну, вот так вот постоять, конечно, можно очень долго. Можно, в принципе, в три героя стать. Там такая руна красивая внизу. Где? Великолепная руна. А знаешь, кому она достанется? Не знаю. Эмберу. Ну... А бутля нет? Был бы бутыль, было бы легче. Ну как это? Вот так вот на 42-й минуте играть без ботла на кэрри? Ну нельзя так, нельзя. Не, ну вообще я тебе скажу, что для таких ситуаций ботл очень помогает. Ты хочешь взять себе ДД, например, эту руну под драку использовать и напасть. Это прикольно. Да, 18-18 у нас, кстати, но из приятного, знаешь, то, что 25-й еще и темпларка достигла. В итоге у нее теперь будет Melt Hit Bash на 1.5 секунды выключать ту фантомку. А так вот, Ахджит, тут же KP моментально удаляет Леона. Ой, проблемы огромные. Так, кстати, забрали Эгис. Очень быстрый. А вторая смерть будет. Там Мун пытается законтрить удалением Таво. 10 секунд. Ну и мне кажется, они могли. Мне кажется, они могли. Они знали, что Таво, тэп-аут успел сделать. Боже, на супер лоу хп снизу. Они знали, что нет Зесембера. Они могли Ахджита постараться убить во второй раз, но не рискнули. Пол тир 3 упало. Что дальше? Что темпларка готовит атаку. Не самый удачный вард был поставлен. Один и второй, это мягко говоря. Оба под вышкой стоят, оба видны. Оба будут разбиты. У Энигмы есть Блэкхол. Лайфстиллер отдыхает в Темпл Ассасин. Любая атака с ее стороны, это будет своего рода байт на то, чтобы враги вступили в сражение с этой фантомкой, пардон, с Темпларкой, а Энигма прыгнул в продолжение, дал Блэкхол. Вот такая идея. Сент-Кинг отпушивает в песке. Пока не торопится Минески заходить. Потеря Эгиса была не самая удачная. Это ну, правда. Сыр же еще должен быть. Сыр думаю, есть, он был сыр отдан Марсу. Сыр у Марса, хорошо. Сыр пусть будет у Марса. Его и так тяжело убить, так если успеет скушать сыр два раза, убивать это чудище, конечно, очень неприятно. Уже, я тебе скажу, довольно просто его убить. Вот именно с такими шмотками, как у него, сейчас его пробивают довольно просто. Ну да, там темпарочка. Плюс я вот еще это... добавлю, он не брал талант на 15-м на броню, а брал на урон. Потому что он тогда доминировал, и он думал, что будет всех убивать. Но вот сейчас бы, конечно, он брони не отказался бы дополнительно от восьмерочки. Надо, чтобы за 20 тысяч голды можно было перековать таланты. Это имеет смысл. 20 тысяч ты загнул? Ну ладно, давай 10. Ну давай 5. Да мне кажется, и за 3 нормально будет. Нет, 3 это дешево. Куда? Да какие, ну, а сколько талантов? Ну реально, сколько талантов прям, ну так, что не очень знаю. Хочется перекачать. Ну, наверное... Ладно, чтобы за 20 тысяч тебе добавили возможность взять 5-й талант. Ну, прям один из тех, которые там есть, да, чтобы можно было все дерево. Слушай, давай просто, чтобы тогда можно было перекупать байбеки уже. Чтобы не выкупались. Это самое страшное. Не-не-не, ставки. Так нельзя, да. Никогда да, такого да. не было. Ставки на байбеки — это весело, конечно. Не, ну слушай, в доте много еще возможностей, поэтому я уверен, ребята. Ты понимаешь, что мы сколько мы в доте вообще? Вот сколько мы? Я не знаю. Я мне впадло считать. Ну, очень много. Так ты понимаешь, самое смешное, что нет предела совершенству, нет предела прогрессу. Конечно, конечно. Слушай, этот клятый S-Rock всегда что-то находит, что-то добавляет. Как всегда говорил Ярослав Кузнецов, что как только в доте заканчиваются все баги,
Ice Frog говорит, блин, надоело, нужно сделать новых, и поэтому меняет игру кардинально. Да. И потом два года чинятся новые баги, как только новые все баги починились. Ты помнишь, как мы с ума сходили, когда 7.00 вышел? В Бостоне? После Бостона, да. Это когда сидели, читали почноут и думали, это что вообще? Это Дота? Да, да, да. В смысле, какие шрайны? Что это значит вообще? Как это фонтан посреди карты? И живем как-то и с нормально, этим. Нормально, да, таланты вот это все выучили. Да, вы, друзья, не думайте, что мы тут с Виталием просто заговорились по душам. На самом деле ничего не происходит. Вообще, я смотрю постоянно за происходящим, и ничего важного я отметить не могу. Я буду держать в курсе событий, если что-то вдруг произойдет. Я только смотрю на таймер Рошана, потому что, мне кажется, это самое важное, что сейчас есть в игре. Ну, очень важно еще вот уровни, да, вот 25-е да. Получены. Быстро убили Нинджа Буги. Пошел раздевардить, вот но тут, братан помнишь, так мы с тобой делать. Обсуждали талант на Сенкинге? Тут да. Все-таки левый берет Сенкинг. Я вчера нескольким ребятам... Там у нас есть конфа такая интересная с топ-игроками, там стоп 100, стоп 200, там много оттуда ребят. И вот я когда спросил, почему СК взял правый талант, мне предположили только, что возможно, чтобы крипов было, ну, от крипов не получать так много урона и постоянно регениться, да, на СК. Но так, кажется, поймали Марса, Марс опасно может быть, Зефрик, вот он Блэк Холл, только по одному Марсу, Марс страдает, Марс, хорошо, был Блэк Холл ответку, по двоим, тут же арена, проблемы огромные сейчас у комплекса, Меракл все еще живет, разбили ему голову, описал Блэйд, Меракл живет дальше, Меракл страдает, нужна помощь Меракл, как же ты живешь, Меракл, да припрежнему живой, да боже, это же просто невозможно. Тепарка тоже здесь, Тепарка просила, супер битая Тепарка, KP, нереально битый, Тепарку убили, подкопа Тава, по четверым, подкопа Тава, он тоже стоит в стане, полетел копье, еще раз, ах, G3-зит, боже, Тава не прекращает тащить эту игру, не прекращает тащить этот файт, но очень битый Меракл, он погибает, есть байбек, Эмбер тоже выкупается, дальше, фантомочка под нулифайром, скорее всего, умрет, а Фантомочка тут погибает, у нее тоже есть байбек, по двоим, под потейта, боже, Тава, хватит столько классных вещей делать, но это уже Рейджинг Потейта делает. Это был Потейта, да. Вот у них было там обоюдный подкоп, и один копнул всех, и второй копнул всех, и снова копает. Ну, в общем, тут копатель онлайн настоящий происходит. Две минуты без темпларки. Но, с другой стороны, Марса-то нет. В принципе, как-то... Ну, не столь важно, не столь важно, должна сесть с Фантомка, с Муном, мне кажется, идти пытаться закончить. Давай отметим игру все-таки Рубика в этой ситуации. Да, да. Украденный Black Hole, выданный по двоим. Темпларка осталась не у дел, позже подошла, вступила в сражение. Очень долго жил Лайфстиллер, но после этого Рубик еще и крадет подкоп Сенкинга и дает два шикарных подкопа. То есть, в принципе, я бы назвал его MVP этой драки. Да, согласен. И сейчас у него появляется Аганим. Ну нельзя такие вещи давать таким игрокам, вы что? Я все еще жду Аганима на Гримстроуке. Не-не-не. Давайте Рошана и Аганима. Рошана и Аганим, давай. Давайте Рошан, да, и если там появляется ты представь, Аганим, что к этой круто. Всей серьезной постановке добавится еще один Лайфстиллер. Да-да-да-да. Который просто избивает. Ну что, падают последние бараки. Защищаться очень сложно. С дабл дэмэджем Ахджит, как будто по заказу. Как и, скорее всего, согласились. А, тем, кстати, у него бутыль клипы. Есть, посмотри. А вот, он а бутыль вот, взял. А вот это MVP. Вот это бутыль парень. Купил. Да, это парень из команды VG Unity. Он знает, как играть доту. Мега-крипы! Только что появились у команды. Нам с тобой везет. Минески. Мега-крипы. Эти ребята трон несли 10 минут назад и сдохли все вместе. Ой-ой-ой, карма это такая штучка нереальная. Меракл нельзя умирать ни в коем случае. Меракл залез крипа, живет Меракл, полетели. И ульт Гримстрока. Меракл погибает, 125 секунд, 30 секунд не будет темпларки. Пытается хоть как-то жить. Здесь ребята, которые подкапывают Леон вместе на с... На трон! Просто по трону убивает Леона. Леон без байбека, остаются вдвоем игроки комплекте без Блэк Холла. Зефрик еще 8 секунд. И он понимает, что он ничего уже в этой игре не сделает. Рефрешер. Он покупает пока рефрешер. В надежде, хоть что-то, хоть а как-то сделать. Можно попробовать. Его отзонят, его отзонят, ему не дадут дать даже один Black Hole, просто стоит здесь Мун и бросает чины. Ты ничего не сделаешь. Пошел дэмэдж в тир 4, и сейчас будет дэмэдж. Он продал Shadow Blade, чтобы купить рефрешер. Хоть что-то, Лим прыгает, пошел нулифайр, но там форстаф, не так легко засейвить. Энигма выбегает, вот он Black Hole, бежит, Зефрик, надо дать Black Hole, но люди разбегаются просто-напросто. Не подставляется Зефрик, давай сюда, куда-нибудь, это давай грустно. Рефреш, надо БКБ, вот он Black Hole, но поздно. Нет дэмэджа, минус Зефрик. Good game, well played, Минески. Ладно. Комплексти долг вернули за первую карту. Сполна. Немного переплатили даже. На Виталии нет лица. Комплексти в шоке. Но они улыбаются, говорят, ребята, мы сами проиграли, мы все понимаем. Силяви. У меня просто нет слов.
меня реально нет слов, я не знаю, как описать, я не понимаю, почему это произошло. Но мы говорили, что на этом турнире очень много команд допускают ошибки, да, вот много качелей из-за этого возникает. Но я думаю, что эта серия, все предыдущие, затмила 100%. Да, 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 это то есть то, что на первом вытворили Минески, на третьем то, что выполнили Кол, все это в совокупности перебивает то, что мы видели до этого, предыдущий игровой день и сегодня. Слушай, минор пока складывается великолепный. Шкаф. Вот реально, в группе А у нас 4 серии состоялись, все 4 со счетом 2-1. В группе Б 2 полуфинала, оба 2-1. Вот то, что только что на сцене произошло, это вообще какой-то... Это просто неописуемый какой-то... Я не могу без Матюкова. Это очень, очень сложно такую игру комментировать без Матюкова. Мы обожаем Тир-1 Доту за какой-то запредельный какой-то уровень игры. Да. Идеальное исполнение, где все на пределе. Редко допускаются какие-то прям серьезные ошибки. Там, если бывают, то они минимальны и даже ими пользуются. С другой стороны, максимальные эмоции и максимальную вот палитру ощущений мы получаем, именно комментируя такие матчи. Потому что здесь, прости, может, что угодно. Вот мы говорим, да тут уже все понятно. Но нет, непонятно. Потому что всегда есть шанс, что эти 5 ребят что-то придумают эдакое, что проиграет им игру. Я когда говорил о том, что комплекты лезут, они чувствуют, что вот 2-1 уже близко, я даже представить себе не мог, что реально это можно проиграть. Насколько далеко 2-1 от них? Реально это можно проиграть. Фантастика. Минески большие молодцы, вытаскивают невероятную игру и проходят в финал виноров, где сыграют завтра против NIP. Комплекты будут бороться завтра за свою жизнь против китайцев из Team Sirius. Ну что, посмотрим, как это будет. Это все будет завтра. Завтра в 10 утра стартует игровой день. 12. В 12? Перенос. Перенос. Да, 12. 12 утра. 12. Завтра с 4 было 3. Справимся. В 12. В 12 утра мы стартует. И не такое проходили. В 12 стартует завтра, значит, игровой день. Окей, ребятки, тогда мы с вами, комментаторы, увидимся уже завтра. А подводить итоги сегодняшнего игрового дня будет наша студия аналитики. 1, 2, 3. Батл за дикі емоції розпочато! Заряджайся швидше з Lion! Вболюй момент! Nestle. Якість продуктів, якість життя. Sports, we are still at the beginning, and giving context to data with super complex technology and stats and insights can really help doing that.